Для хорошего года есть все предпосылки, и лучшее тому доказательство – успехи спортсменов региона в 2018-м. Золото, серебро и бронзу они привозили без преувеличения из разных уголков планеты. Звания чемпионов России, мира и Европы получили десятки наших земляков. И вот настало время собирать, нет, не камни, воспоминаниями, строить планы на 2019-й. В 2018 году я вернулся домой, можно сказать так. Дома уже играю, уже не хочу никуда ехать. Я хочу здесь быть со своей семьей, со своими друзьями, родными, близкими. 2018 год, но, в принципе, для команды прошел удачно, то есть без поражений. То есть все по плану идет. Мы с напарницей Лизой Трухиной выиграли первенство до 19 лет. А следующие соревнования были первенство России до 19, это уже мужская команда была. Там мы тоже заняли первое место. Ну и теперь мы стали двукратным чемпионом России. В этом году мы завоевали золотые медали на международных турнирах в Казахстане, в Узбекистане. Но самое главное наше достижение – это, конечно же, мировая награда наша, победа на первенстве мира. Я хочу, чтобы наша команда стала сильнее, лучше, и мы попали в плей-офф. Задача у нас выйти, конечно же, в высшую лигу А, занять первое место в высшей лиге Б. Отбор на первенство мира, которое будет проходить в Токио, это очень будет почетно попасть на такие соревнования, участвовать, а если выиграть, это будет вообще, я думаю, просто замечательно. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю, конечно же, то есть здоровья. Ярких событий. Благо вашим семьям, всем счастья, любви, чтобы 19-й год вам принес только позитива. Чтобы, несмотря ни на какие сибирские морозы, вас согревало тепло близких. И если у вас будет малейшая возможность, путешествуйте. Потому что дорога домой после путешествия – это самая приятная дорога. Это и есть счастье.